То есть, блядь, я делаю, нахуй, два триплета в пятую таверну, и я все равно всем проебу. То есть, вы понимаете, насколько это бред? Насколько это бред? Что сказать? У него золотая карта, у меня обычная. Все. Дали бы мне эту карту и сделал бы я ее золотую, я бы занял топ-1. Но в итоге я ее слишком поздно собрал из-за этого топ-2. Ну, типа, весь киберспорт. Взять вот это. Здесь хотя бы можно будет обилкой шестерку найти путем обмена карты. Не знаю, конечно. Ну, типа, одна карта, которая нереально сильная, ебашит просто все лобби. И кому быстрее ее дадут, или кто быстрее соберет золотую, тот и занял топ-1. Типа, конечно, это пи***ц полный. Серег, ты хоть понял, как играть? Да понял я, братан, понял. Я понял, что вся мета, ну, заключается в одной карте. Ну, по факту, просто. Кто быстрее ее находит, если ты ее нашел там, ну, первого триплета, то, скорее всего, ты потом зайдешь в четверку точно. Он так ничего и не понял. Хорош, все, вот вы и так понимаете, что мета дерьмо, еще вот этот вот чат, вообще мотивации стримить вообще не будет. Все, успокаивайтесь, реально не смешно. Когда хотя бы побеждаешь, когда все хорошо, окей, можно порофлить. Но когда, видите, что происходит сейчас в лобби, в каждой катке, ну здесь как-то не очень смешно, реально. И непонятно, когда это все будет исправлять. Но, типа, видно, что игра лагает. Видно, что есть одна карта, которую все пытаются найти, чтобы победить. То есть баланса нету. И когда будет патч с исправлениями, я не знаю. Лягушек, напоминаю, понерфили на второй день. Они изначально давали 2-2, а золотая лягушка давала 4-4. Вы понимаете, какой разъеб там был. И плюс еще лягушки, из-за лягушек, по-моему, вылетала игра. Сейчас, секунду, приду. От чего ты светишься так ярко? В блеске славы или от лунного сияния? О, блядь, всё нахуй, сука. Вы меня разозлили, блядь, фрики. Но мы в любом случае покупаем двойку. Я бы взял, пробафал бомбочку, сделал вала, пробафал бомбочку и кинул сюда две обилки, посмотрел, что дадут, правильно? Конечно, хотелось бы триплет сделать, но пока что у нас все разные карты. Ок. Есть, блядь, хует нет. Давай еще одну карту. Это хуй. О! А, кстати, я не знал, что это так работает. То есть, смотрите, я ее превратил и дали мне вот такую карту. Ну, нормально, спасибо. Я думал, что если ты превращаешь, тебе не дадут карту. Так, куда можно закинуть? Здесь есть у меня самая сильная карта. Наверное, в нее буду кидать. Пусть ее разбирает, правильно? 6-7, так. Бомбочку ставлю ближе. Это дальше, нормально. 5% на победу. Ну вот, вот просто краткий разбор меты. Дракон. Хуй-та. Вот это. Ну это второй дроп. Землетряс. Хуй-та. Свинка. Хуй-та. Пираты. Хуй-та. Просто роу, блядь, который невозможно ничего купить. Даже несмотря на то, что есть четвертый дроп. Можешь взять, ладно, четвертый дроп. Хотя бы будет у меня один шарт закинуть сюда. Но мы придется продавать карту. Блядь, вот. Ну просто, блядь. Нет слов, я не знаю, что делать, я не знаю. Если это 4 месяца будет, ну, я 4 месяца не выдержу, блядь, играть в это просто пи***ц. У меня просто не хватит нерв. Блядь, второй день или там третий день, но уже, блядь, просто пиздец.
Отчего ты светишься так ярко? В блеске славы. Сколько? 18. И это 18%. Мои глаза, блядь. Мне самому хочется сказать мои глаза. Но я не буду брать дробителя. Я не буду брать дробителя, потому что надо будет искать 4 дробителя, чтобы у нас хоть что-то появилось в этой игре. Сегодня удача на твоей Ну я не могу в это играть, блядь! Не могу, нахуй! Просто не могу, блядь! Пиздец, ну как можно было это вообще создать? Я не знаю, это просто пи***ц. Если патч выйдет не в ближайшую неделю, то я тоже дропну эту игру. Я не буду в это говно играть. Просто не буду. У меня просто, блядь, физически не хватит сил, блядь, смотреть, как у челов, блядь, собирается карта, а у меня не собирается. Я проеб не потому, что я тупой, блядь, а потому, что мне не дали карту, блядь. Хуй в это вообще играть тогда, блядь. От тебя ничего не зависит. Зависит от карты, которую ты не понимаешь, дадут тебе или нет.